Лимочка собирается в садик. Катя, братан, привет. Вот его вещички. Клим, давай одеваться уже. А то папа сейчас ругать будет. Сына. Давай уже одеваться. Ты чё, мой хороший? Я скучать буду по тебе. Вечером пойдем погуляем с Вовчиком вместе. Ты будешь коляску нести. Хорошо? Я буду там вот сидеть. Пацанов отправили взрослых в садик на работу. Мы здесь с Вовой. Глажу белье. Это Вовчика бодики. Климкины вещички. Вот еще сколько. И еще стирку поставила. И смотрю Анну Каренину. С Елизаветой Боярской. Я еще не видела такой экранизации. Вообще я фанат Карениной. Пока Вова спит. Я тут разбираю вещи. Ну, немного порядок навела в детских вещах. Уже, представляете, некоторые отложила маленькие. Вот эти бодики, мне кажется, Клим их подольше носил. А на Вову уже не налазит. Вот эти штаны, которые я зря купила. Ну, вот эти еще можно оставить, ладно. Ну, в общем, штаны у меня вообще не в ходу, я ими не пользуюсь. Мне неудобно, но пока положу. Так, у меня носочки лежат отдельно, так же, как и Климасика. Вот. Тут Климасика, носочки, трусики отдельно и вещи. Немного беспорядок, конечно. Вот. Это вот бодики с коротким рукавом. Когда чуть-чуть попрохладнее, я одеваюсь длинным. Вот. И тут у меня нарядные костюмчики, которые... На раз буквально одеть. Я в Чика покупала, так хочется успеть надеть хоть раз. Потому что ребенок растет на глазах. Тут воротнички, я пока ими не пользуюсь. И шапочки. Муслиновая пеленка, я от нее в восторге. Это теплая. О-оу. Ну все, просыпаемся. Всем привет. Пока Вова спит тут со мной, я накрасилась. Вот такой у меня сейчас живот. Он, конечно же, уходит постепенно, но не так быстро, как хотелось бы. Я знаю случаи, которые рожают, у них тут же впалый живот. Я не знаю, чего это зависит, но это не мой случай. Мне кажется, на фоне моего живота у меня пропала пятая точка. Я чувствую себя бесформенной совершенно. Но это временно и все исправимо. Вова уснул. Вот он любит, знаете, уснуть глубоко. И покакать. А я не могу спокойно ходить, зная, что мой ребенок не сухой спит. И я все равно потихоньку залезла, поменяла ему подгузник. И теперь он не сухой спит. И я спокойна, душенька моя. Очень много мне девочки пишут про роды именно. Схватки у меня начались в 4 часа утра. Я проснулась от того, что у меня уже что-то побаливает. Я почувствовала, что такого у меня ни разу в жизни не было. Даже тренировочные схватки, это не про меня. Я их ни разу не испытывала. И вот когда они начались, я сразу поняла, что все, это тот самый день X. Причем, знаете, я завела будильник для того, чтобы сделать укол. Я тогда делала антибиотики на 4 часа утра. И одновременно у меня начались схватки. В общем, мне мама сделала укол, и я уже потихоньку стала собираться в роддом. Где-то в 5:30 мы уже были в роддоме. Меня проверили, сказали, что схватки начались, но очень слабые. Голова еще не прилегла так, как надо, когда там как-то они ощупывали. Она отталкивалась. Приехала мой врач и сказала, что нужно сделать прокол, чтобы схватки начались более интенсивные. Я согласилась, в принципе, я доверяла полностью. После того, как мне сделали прокол, у меня начались просто жуткие схватки, такие как с Климом, которые я не смогла терпеть. Изначально я хотела рожать без эпидуралки, у меня садится батарейка. До того, как мне вскрыли пузырь, я говорила Сане: слушай,
А не так и больно, если так дело пойдет, то я, в принципе, вытерплю и рожу без эпидуралки. Как только мне вскрыли, началась жара, я не смогла терпеть, я их умоляла, поставьте мне эпидуралку. Они мне говорят, через 15 минут, 15 минут, это целых 4 схватки, я не выдержу, пожалуйста, поторопитесь. В общем, когда мне сделали эпидуралку, я чуть-чуть расслабилась, но буквально на 10 минут. Потом у меня опять начались боли, я просила их, добавьте, пожалуйста, я не хочу уже это терпеть, тем более лежа в неудобной для меня позиции. Они говорят, нет, сейчас у тебя начнутся потуги, и мы тебе добавим, и ты родишь. Ну, я думала, что это еще часа 3, но нет, буквально через 10 минут они мне сказали, так, все, рожаем, быстро подготовили кресло. Кресло супер инновационное, трансформировалось в другое кресло для того, чтобы рожать, как-то они там отодвинули, в общем, ноги мне задрали, и я буквально 4 раза дохнула, потужилась, подышала, и я услышала плач ребенка. В общем, в 4 часа начались очень слабые схватки, в 10 часов утра я уже родила и держала ребенка на руках. И время пролетело очень быстро, с учетом того, что мы пока доехали, пока разместились, потом меня перевели в родильную палату. В общем, для меня эти, там, сколько, 5 часов пролетели незаметно вообще. Вторые роды, это не первые, и очень много пишут про ревность Клима, меня пугали, вот Клим будет ревновать. У моего ребенка вообще нету таких мыслей. Я запрещаю своим родителям, там, родственникам говорить, там, как-то наводить его на подобные мысли. Он очень добрый мальчик, и он относится к Вове очень даже позитивно, и к нему даже не закрадываются мысли о какой-то ревности, что он Вова забрал у него наше внимание, тем более, что это не так. Я однозначно стала проводить больше времени с Климом с появления Вовы, потому что я большую часть времени дома, я свободна, я никуда не тороплюсь, никуда не собираюсь, и мне хочется почаще забирать Клима из детского сада, чтобы мы именно втроем, вчетвером проводили больше времени вместе. Знаете, когда родился Клим, я помню, мечтала, чтобы наступил выходной, чтобы вместе с Саней пойти гулять куда-то там с коляской. Ну, как все мамы, знаете, когда мы становимся мамами первый раз, хочется проводить время втроем, гулять, знаете, как та самая красивая семья там с Инстаграма, с журнала. Я мечтала об этом, но сейчас у меня такого желания нет, и я даже понимаю, что это нереально вытащить Сайбеля там с коляской куда-то погулять, это вообще не про него. Я сейчас мечтаю о том, чтобы мы втроем, я, Вова и Клим гуляли вместе. Сайбель уже может в этом вообще не участвовать, он этого и не делает. Я безумно рада, что у моего ребенка именно такой характер, это не воспитание, он таким родился. Знаете, когда мы были в Египте с Георгием и Климом, я очень часто обнимала Георгия, я его тоже безумно люблю, как своего ребенка. И у Клима никогда в жизни не возникало там желания сказать, мама, я же твой сынок, там, отойди, брось его, не обнимай. Когда я обнимаю Георгия, Клим тоже обнимает, и мы втроем в итоге обнимаемся. Вот, и Клим говорит, он же наш любимый, он же мой брат, и поэтому мы все его любим. И также к Вове. Еще у Клима вообще нету чувства жадности. Он всегда делится, если игрушка новая, он даже не успел с ней поиграть, он все равно ее отдаст и будет плакать. Мама, ну я даже не успел с ней поиграть. Но я всегда ему говорю, Клим, если ты будешь делиться, я тебе куплю еще больше. Ты получишь в двукратном размере, если не будешь жадничать. И он это понимает. Я ему говорю, что боженька, вселенная тебе даст больше, если ты не будешь жадным мальчиком. И это ни грамм, ни преувеличение. А истина пока на сегодняшний день это так. Сегодня должна прийти мастер по маникюру. Хоть, в принципе, мой маникюр еще терпит, но мне хочется обновить, знаете, как-то для настроения. Шансов сходить на маникюр куда-то у меня пока нет. Та-дам! Сделала себе маникюр такого цвета. Это мои любимые оттенки. Вова мне дал возможность, он спит и до сих пор спит. Мы на улице сидели, делали покрытие мне, и Вова с нами. Я, наверное, его занесу домой и буду кушать. Есть охота, жутко.
Сейчас уже мама придет, салатик сделаем, вместе поедим. Так. И здесь его ставить. Я сейчас няню поставлю. И здесь его ставлю. Безумно удобная штука. Вот так. Вовчика, мне кажется... Вот. Массаж мы делаем. У мышонка болит, у змеи болит, а у Вовчика не болит, не болит, не болит. Ой, там уже бабушка пришла. Бабушка. Кого мама любит сильно-сильно? Мы сейчас с Вовчиком вместе поспали. Я хочу пойти загрузить видео Сашиной маме. А он просыпается. Не знаю, то ли его с собой брать, то ли маме его оставить. Мама уже сделала салатик вкусный. Что-то мало салата. Помидор кончился? Давай еще, а то охота. И у нас сегодня на ужин перчики фаршированные. Ням-ням. А, да не кричи ты. Мама, а? Вовчика носик покусал. Зачем? Вот так. Ей не надо так. Удобно тебе его держать? Вот так. Он сейчас подумает, что твой нос это сися. Может подумать так. Ну не надо. Мам, кто это пришел? Папка, наверное. Пусть поспит ребенок. А я вот лось, а вот крольчонок. Угу. Ты лось, а Вовчик крольчонок, да? Угу. А кто ежик? Ежик. А папка тогда кто? Папа. Дерево. Вот. А, лис? Угу. Хитрый лис? Угу. Он же у нас хитренький. Что за вкуснятина у нас сегодня на ужин? Пахнет. Да. Давай три, да. Ты же перцы сама съешь? А ты давай тоже все ешь. Я, конечно, я все съем. Зажарку делал папа, перцы мама. А ты накладываешь? Я накладываю. А ты моя хорошенькая. Я сегодня гладила бельё. Умничка. Кашу готовила. Кашу варила. Этому дала. Клим мне ничего не сказал, уехала на стадион. Я вообще в шоке. Как так вообще? Зачем мы его отпустили на стадион? Мы же собирались ехать. А куда вы ехать? А вы ничего собаку не отвозить. Какую собаку? Анфису. У меня же есть чувство ответственности. А то папа целый день просидел и не мог. Папа, Анфису, почему Анфису вы не повезли Анфису? Она живет как на собаке. Да, 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 да. Так, я себе один перчик. Один. И этот. Да, вот эти три мои? Да? Да. Наш почти что праздничный ужин. Объедение. Я колбасу сейчас порежу. Сейчас быстро едим и везем Анфису на укол и еще в магазин. Помиловалась, кстати. Я ему ту лодку за Вовчика. За Вовчика. Только лади Вовчика. А ты уже наелся, бедный. И давай еще одну лади Вовчика. Тут осталась одна ложечка перчика. Для такого Вованчика больно. Он за тебя по две ложки будет тоже есть потом. Ну, смотри, Он насосался, нос аж красный был. Давай, еще одну ложечку за Вовчика. А что у него на губке там беленькая что-то? Ой. Не надо его. Зачем ты? Зачем ты его будешь? Ты он реально бежит. Иногда теряется и думает, что это игрушка. Все, молодец. Все соединили, положили сверху доску
всем вместе хватило. А как они соединили самки? На магните, что ли? Нет, на веревках же, видишь? А-а-а. Всем места хватило. Вовчик угомонился. Сейчас ми-ми-ми-ми. Да, Клим? Плакал. И собаки довольны, бегут, стараются угощение зарабатывать. Смотри, Петя, ты один, а мы все вместе. Жили-были два брата, Ваня и Вова, как Клим и Вова. Угу. Так они похожи друг на друга, только, не отличаются. Только Ваня, а не Клим. Я говорю, Вовчик, еще рано купать. Пока не будем купать. Не будем купать. Пока. Будем грязь использовать как пеленальный. Пока грязь не скатываться на ночь. Ага. Давай, Климось, бабушка Лиза звонит. Вова купается. Вот ванночка для Вовы. Это манеж. Смотри, он сейчас упадет. Это пеленальный столик. Да, надо его разобраться сейчас с ним. Разберемся, Клим? Вот где он будет купаться. Только я его завтра обязательно буду купать. А где душик? Душик? Нет, тут душика нет. Тут только... А что вот это? Это сливать воду. Шланг. А как сливать воду? Где-то есть отверстие снизу в ванночке, там вот, наверное. Ну, вообще не надо строить, только вот так вот прикрепить все и прикрепить. Ой. Шезлонг надо убрать. Да сейчас я разберусь. Это кого детство? Ух ты, какая классная она. И Вовчик сразу красивый стал. Мягенько, Климось, аккуратненько. О, он уже подрос, кстати. Как причесал, так подрос сразу, да? Чё такое? Чё за клеки? Квазибуки. Ну смотри, так удобненькая штука, да? То есть это ванночка здесь. Получается, он сидит, да, вот здесь вот? Как бы сидячее положение. Может сидеть, а может его придерживать. А? Чё его? Придерживать надо. Придерживать? Бледновато домашнее. И быстренько так, оп-оп. И собирается пеленальный столик. Есть, вот здесь вот. Теперь не будет болеть. Мам, смотри, как классно. Саша, иди сюда. Сейчас. Смотри. Здесь вот застегивается. Пеленал, честно, очень хорошо. Очень удобно. Удобно. Пеленать очень. Я же успокоюсь. Вот здесь вот всякие эти хранить там, да? Присыпки. Сюда ставь ее. Угу. А где наши все шампуни? Надо с гаража принести. Мы с Вовой собираемся спать. Ой. Я сегодня сплю с Сайпелем и с Вовой. Все вместе. Так что всем спокойной ночи. Пока-пока.